Сегодня на Дону отмечают 135 лет со дня первого телефонного звонка и 120 лет пилотного сеанса гражданской радиосвязи. В центре Ростова по этому случаю состоялось праздничное мероприятие. На него собрались представители отрасли. Они возложили цветы к памятнику изобретателю Попову. Благодаря развитию новых технологий принцип радио сейчас лежит и в основе цифрового телевидения, мобильного интернета и всех беспроводных коммуникаций. Более века все эти новые технологии развивались, и сейчас Ростовская область находится по праву в числе лидеров по развитию цифровой отрасли и отрасли связи. Ростовская область является и занимает первое место в Южном федеральном округе по числу абонентов доступа к широкополосному интернету. Также на мероприятии Почта России провела торжественную церемонию специального гашения почтовых открыток. К этому дню был изготовлен штемпель. Тираж открыток, который мы сегодня показываем и презентуем и предлагаем жителям отправить, составляет 1000 экземпляров. Спецштемпель, он является очень таким уникальным предметом, потому что на нем изображена именно сегодняшняя дата. Он называется спецштемпель одного дня. Тем самым он подчеркивает свою такую важность, эксклюзивность, редкость. Среди коллекционеров такие спецштемпели пользуются большим спросом. А лучшим сотрудникам Почты России в регионе вручили благодарственные письма и грамоты от правительства Ростовской области и Министерства цифрового развития региона.